Enterprise Anomalies представляет. Совместно с Retro Digital Media. Кукольный домик. Если что-то всплывет, нам придется долго затирать местом, что это была лишь утечка газа. Смотря что произойдет. Пауэрс, какая у нас ставка? Кончай, Колман, ты просрал свой шанс. Я не с тобой говорю, Анил. Пауэрс, когда там наша пари начнется? Когда нужно будет вылезать из машины, принимаешь? Смотря сколько на кону. Флетчер. 250. Как рассказывает разведка, мы столкнемся с миметикой. Это мой окончательный ответ. Понятно. Оу, да! Всегда хотел пригрести себе твои сраные бабки. Готовимся! За дело, ребят. Пейлот 01 вызывает центр. Мы прибыли, заходим в здание, прием. Понял вас, 01. Конец связи. Центр, это Пейлот 01. Мы заняли здание. Переходим к ССЕ. Конец связи. 02 и 03 со мной. Мы займемся первым этажом. Пора идти страдать херней. Да ты чего, Колман? Фон должен знать, какие скелетики припрятали в шкафу эти мезоамериканцы. Ну вот ухреново, все работает не так, как надо. Думаю, его не раз роняли. Есть что полезное? Большую часть жесткого диска занимает директория программ под названием YAPA. Эта программа запущена с тех пор, как мы пришли сюда. Работает так же хреново, как и со мной. Лагает, крашится и перезапускается. Что она делает? Без понятия, просто изрыгает код и прочую дребедень. Под проект 1025, проект X. Госпитализирована в психиатрическую больницу за параноидальной шизофрении и суицидальной депрессии.
Вы, ребят, знаете личных каких-нибудь психиатров? Ты спрашиваешь, потому что это связано с миссией или просто из-за интереса? Женщина-сожитель. Есть идея, почему это здесь? Если она живет с этим психиатром, то, возможно, они в отношениях. Почему он приносит документы с работы домой? Я не знаю, не психиатр. Разве твои друзья в Лэнге не занимались ее биографией? Да, но у них ничего не вышло. Как, черт возьми, кто-то попадает в больницу, и об этом нет никаких записей. Видишь это? Она была там в течение года. Она просто вышла на пробежку и пропала на год. Интересно, сколько мы еще не знаем? Да, уж жутковато, но это не та аномалия, за которой мы охотимся. Продолжай искать. Эй, командир, подойди на секунду. Что такое? Кто-то был еще в гостиной с тех пор, как мы прибыли сюда? Нет. Окей, а кто тогда вынес всю мебель? Эй, стоять на месте! Это 01, мы засекли подозреваемого 2, переходим к задержанию, прием. Это 01, потерян контакт с подозреваемым 2, приступаем к поиску, конец связи. Здесь потайная дверь или еще чего похлеще? Люблю трудности. Вест, поднимайся сюда, сейчас же. Все равно бы никуда не делся. Нашел что-нибудь внизу? Ничего особого. Что у вас тряслось? Подозреваемая 2 перешла в комнату через эту дверь. Мы зашли прямо за ней, но ничего не нашли. Командир, ты должен это видеть. Нашел что-то? Идите сюда, зацените, все вы. Ребята, вы это видите? Или у меня уже крыша едет? Ебать! Центр, это Пэллот 01. Мы прошли через триггер. Область, по-видимому, имеет неевклидовую геометрию, которая расширяет дом до неизвестной границы. Приступаем к разведке. Прием. Вас понял, 01. Статус подозреваемого 2. Прием. Местонахождение подозреваемого на данный момент неизвестно. Прием. Вас понял. Продолжайте разведку. Если вы почувствуете, что аномалия слишком велика для того, чтобы полностью исследовать, уходите оттуда. Конец связи. Вас понял. Конец связи. Есть улики? Не, просто кучка дерьма, которого я не понимаю. Анил, ты что-нибудь знаешь о слове «кордун»? На данный момент их принадлежность пока неизвестна, но можно предположить, это не те, кто был здесь 2 дня назад. Если это действительно рейд, то используемые методы не выстраиваются в линию по сравнению с действиями предыдущей группы. Однако, возможно, что они передали какую-то информацию через анонимное коммуникативное средство. Какую взаимную выгоду это подразумевает, можно только предполагать. Стоп. Что-то здесь... нечисто. Будьте начеку. Двадцать три, двенадцать, пятнадцать. Блять, мой ПНВ вырубился. Мой тоже. Ни хрена не вижу.
Коулман, видишь что-нибудь? Блять! Коулман, все в норме? Да! Что это за хуйня была? Сэр, нам нужно идти прямо сейчас. Центр, это Пилот 01. У нас здание враждебной аномалии, наше оружие неэффективно. Запрашиваю разрешение покинуть здание. Разрешаю, 01, выводите своих людей оттуда. Вас понял, конец связи. Нахуй этот дом. Вест, идем. 23, 12, 15. Да вы издеваетесь. Центр, это 01. Потеряли 06. Повторяю, 06 минус. Статус убит в бою, прием. Что нам делать? Тут уже ничего не сделаешь, нам нужно идти. Уже довольно поздно, чтобы звонить, как у вас дела? Мы слышали, что у вас произошла утечка газа, все в порядке? Все хорошо. Никто не приходил к вам в дом? Нет, здесь никого нет, все отлично. Я просто проверяю, как вы, если вы не против. Я все понимаю. Ладно, извините, что разбудил вас. Спокойной ночи. Вам тоже. До свидания. Подозреваемый исчез. Что-то вы рановаты, ребят. Что с Вестом? Он умер. В смысле? Как? Чувак просто, блядь, испарился или что-то в этом роде. Вы видели что-нибудь еще, пока были там? Хотя бы какие-нибудь подсказки? Я даже не знаю, как это описать. Это почти как сломанная видеоигра. Абсолютно все лагало. Даже подозреваемые. Сам нарой чего-нибудь. Просто предположение. Я думаю, точнее догадываю, что-то, что вы видели там, связано с этим компьютером. Эти глюки могут совпадать с тем, что я видел здесь. Я думаю, что все, что происходит в этом компьютере, влияет на все происходящее в этом доме. Не знаю как, почему, но это моя лучшая теория. То есть, теоретически, если ты прав, и если мы возьмем ноутбук с собой, он может начать влиять на вещи за пределом дома? Это при условии, что он уже не делает этого. Насколько нам известно, все это уже могло распространиться по всему кварталу. То есть мы оставляем ноутбук здесь? Хороший вопрос. Почему бы просто не нажать на выключатель питания? Нельзя, мы не знаем, что произойдет, когда он выключится. Да уж, я не хочу быть частью этого эксперимента. Вот что мы можем сделать. Я останусь здесь, пока вы, ребята, вернетесь к машине. Я скопирую важные файлы на безопасный диск, а затем все выключу. Ты уверен, Флетчер? Уверен. Я тоже останусь. Если с тобой что-то случится, я закончу работу. Постарайтесь сделать это быстро. Уходим! Удачи, парни! Многим рискуем. Хорош у него, никто этого не хотел. Ага, хотя я всегда мечтал увидеть призрака. Блять, БНВ накрылся. Ты там скоро? Да, все путем, пошли.